памятки, флитеры и сувениры. Такой набор приятных мелочей подготовили юные инспекторы дорожного движения для сознательных водителей. Во время профилактической акции юдовцы напоминали о правилах безопасности на дороге и призывали к их соблюдению взрослых людей. Данное мероприятие – мера вынужденная, поскольку сегодня, к сожалению, наблюдается рост количества дорожно-транспортных происшествий с участием детей. За 2014 год на территории нашей области зарегистрировано 82 ДТП с участием детей, в которых 5 детей погибли и 82 ребенка получили травмы различной степени тяжести. В период проведения данной профилактической акции сотрудники госавтоинспекции работают в усиленном варианте, то есть проводятся выступления как в учреждениях образования, так и в трудовых коллективах, где напоминаются основные нормы правил дорожного движения, так и на дороге проводится работа с водителями, родителями о недопустимости нарушений правил дорожного движения, о правилах перевозки детей и пассажиров в салоне транспортного средства. В ходе проверки сотрудники госавтоинспекции выявили всего 3 водителей, которые нарушили правила перевозки детей. Остальные, в том числе и иностранные граждане, проявили в этом насущном вопросе высокую сознательность. Мы все время перевозим в специально оборудованных креслах, обязательно пристегиваем. Никогда мы не относимся халатно к перевозке детей. Тем более, когда путешествуем где-нибудь из одной страны в другую. Вы считаете, эта мера необходимая? Да, необходимая, потому что есть люди, которые просто посадили детей, это недопустимо, потому что все может произойти на дороге. И если ребенок не пристегнут, это просто будет трагический исход. Я за безопасность движения перевозки детей. Потому у меня ребенок не пристегнут, потому что в данный момент она лежит, спит. За нарушение правил перевозки детей пассажиров Кодекс об административных правонарушениях предусматривает административную ответственность в виде предупреждения либо наложения штрафа до 4 базовых величин. В рамках акции «Безопасность детей. Приоритет для взрослых» сотрудники ГАИ проверили некоторые автомобили на предмет зимних шин. Напомним, в период с 1 декабря по 1 марта все 4 колеса на железном коне должны быть переобуты в зимнюю одежду. За несоблюдение буквы закона в первый раз нарушитель может получить предупреждение. Следующий – штраф до 2 базовых величин. Кстати, у всех автомобилей, которые удалось проверить в ходе мероприятия, резина была исключительно зимняя. Что ж, данный факт говорит о том, что сознательность берестейцев с каждым годом растет.